Здравствуйте, продолжаем изучение Мишны, трактат Сука, вторая глава, седьмая Мишна. Говорит святая Мишна: Миша, Ая, Рошова, Рубоба, Сука, Вашулханоба, Тоха, Байт, Бейт, Шамай, Послин, Увейт, Элель, Махширин. Амру, Лаэм, Бейт, Шамай, Левейт, Элель, Левейт, Шамай, Локах, Ая, Маасе, Шалху, Зикне, Вейт, Шамай, Вазикне, Бейт, Элель, Левакерат, Раби, Йоханан, Бен, Ахорани. Умацау, Шая, Юшева, Рошова, Рубоба, Сука, Вашулханоба, Тоха, Байт, Вело, Амру, Лодавар. Амрула им бейт шамай, мишам рая, афэм амрула, им кен аити, аита ноэг, лок ямты митцват суками им эха. Говорит Мишна, тот, кто находился таким образом, что его голова и большая часть тела были в суке, а стол внутри дома. Школа Шамая говорят, что такая сука не кошерная, а школа Илеля говорят, что она кошерная. Значит, здесь, по сути, есть два спора между школой Илеля и школой Шамая. Первый из них касается кошерности самой суки. То есть сука, точнее, первый из них касается, если ситуация, когда сука большая, она пристроена ко входу в дом, например, и человек раньше ели не как сегодня сидит за столом, а ели возлежа на кушетке, и был такой маленький столик, который стоял перед человеком. Так человек лег таким образом, что голова и большая часть тела оказались в суке, а стол оказался дома. Вторая ситуация, о которой они спорят, если сука такая маленькая, что туда влезает только большая часть, голова и большая часть тела, но стол не помещается уже в эту суку. Значит, и касательно обоих случаев они спорят. Бейт Шамай устражают. Они говорят, что человек, который сидел в большой суке, но таким образом, что стол был вне суки, он заповедь не выполнил. Где-то сегодня может быть очень актуально, да, например, в Израиле часто есть балконы, такие, где только часть балкона под открытым небом, а другая часть, она находится, под, например, под балконом этажа, который наверху. Да. Так человек, есть эта часть, которая под открытым небом, она недостаточно большая, чтобы поместилась голова, большая часть тела и кусок хотя бы стола, да, то тогда такая сука будет, по мнению школы Шамай, некошерная. И второй спор – это вообще площадь, минимальная площадь суки, потому что согласно школе Илеля, минимальная площадь суки – это 6 кулаков на 6 кулаков, то есть так, чтобы поместилась голова и большая часть туловища, когда человек возлежит. По мнению школы Илеля, школы Шамая нужно 7 на 7 кулаков, минимальную площадь иметь в суке, чтобы поместился еще и минимальный стол шириной в один кулак, да, то есть это совсем маленький столик. Интересно, что это один из 6 случаев в Талмуде, когда Аллаха не согласна мнению школы Илеля, а согласна мнению школы Шамая. Было один раз, что вообще Аллаха принималась голосование большинством голосов. И было один раз, что собрались, так получилось, что было большинство учеников школы Шамая, они приняли 6 законов, это один из них. И когда они смогли провести все-таки устражение, поэтому сегодня человек, который сидит в суке, нужно обязательно сидеть так, чтобы стол тоже находился в суке, чтобы сука имела площадь 7 на 7 кулаков. Так сказали им школа Илеля, школе Шамая. Разве не так была история, что пошли старейшины школы Шамая и школы Илеля проведать Раби Йоханана бен Ахорани? И обнаружили, что он сидел, голова и большая часть тела в суке, а стол был внутри дома. И ничего ему не сказали. Говорят, послушайте, да, мы, может быть, мы ошибаемся, да, но ведь была история со старейшинами нашей школы, которые видели одного из мудрецов, который таким образом сидел в суке, что стол был внутри дома. И ваши учителя ничего ему не сказали. То есть школа Шамая промолчали, значит, они согласились. Да, иначе они обязаны были бы его увещевать. Амрула им, так и сказали им, школа Шамая, разве оттуда доказательства? Так они, у нас другая традиция, да. Мы помним, что они сказали ему, если так ты себя вел, то ты не выполнил заповедь суки никак ни разу в своей жизни. То есть они говорят, да, они дай его увещевание, сказали, что если ты всегда так сидел в суке, ты никогда эту заповедь не выполнил. Да? Почему? Хотя по Торе эта заповедь понятно, что выполняется. Но постановление мудрецов ты не выполнил, потому что мудрецы сказали, что сука должна быть такой площадью или так построена, чтобы стол находился внутри суки. Спасибо большое, хорошего всем дня.